Когда мы вырастаем, да, я на собственном примере просто рассказала. Когда мы вырастаем, мы думаем, что мы взрослые уже. То есть все, вот это ярмо родителей, школы, воспитателей, оно снято. Мы пришли во взрослую жизнь, и мы думаем, что мы свободны. И когда мы встречаем по жизни людей, которые нам рекомендуют это сделать, то сделай, то сделай, то жизнь у тебя улучшится, мы большинство этих советов и рекомендаций отвергаем. Мы отвергаем для себя авторитеты, потому что мы умные, мы считаем себя свободными. Да? Мы взрослые, мы свободны. Но я так думаю, что это самая большая иллюзия у большинства женщин, что они свободны в принятии решений. Девочки, в вашей жизни принимаете решения чаще всего не вы. Чаще всего в вашей жизни принимают решения маски, с которыми вы сроднились. Вот. И там каждой маске присущи свои стереотипы поведения. Соответственно, они принимают решения. Вспомните, когда вы обижались на мужчину определенного. Да? Как внутри было больно. Вот тот момент, когда вам было больно и вы плакали, вы одели маску обиженной, отвергнутой девочки. Девочки, которую не понимают. Да? Дальше, когда кто-то вас из соседей, из родных, близких, сотрудников вызывает раздражение вот своими какими-то манерами поведения, и вы впадаете в гнев. В этот момент вы одели маску разгневанной барышни, которая хочет показать, что нужно так и так, а ее не понимают. Да? Такая маска. И очень сложно поменять свои схемы поведения, когда вас уже раздирает этот гнев, потому что вы уже одели, вы уже определенным образом реагируете. Очень сложно в этот момент осознать, что вами руководит маска, и одеть ее на другую. Так, стоп, а почему меня этот человек раздражает? А давай я подумаю, а что во мне такого, что не раздражает? Нет, мы одеваем эту масочку и сабли наперевес, давай крушить эту соседку или эту сотрудницу, потому что она нам дорогу перешла, да? Я думаю, что многие из вас такие маски носят. Вот. Мы не видим. Вот я здесь очень много листов написала, девочки, если сегодня успеем. Мы не видим своих сценариев. Мы часто очень, смотрите, что мы любим. Мы любим собирать аплодисменты. Иногда бывает так очень часто по ночам. Мы в течение дня замороченные. Бывает, кто-то что-то нам сказал, не так, мы не так отреагировали, но где-то это себе зажали, замяли, побежали дальше. А вечером, особенно ночью, когда мозг освобождается, а вот этих вот суеты и обыденных дел начинаются у многих барышень, разыгрываются баталии. Да я бы ей, да я бы ему, а он, а вот я. И такие прямо вот вы собой гордитесь. Я знаю, что очень часто, я очень многими женщинами разговариваю, и очень часто бывает. И вы собой гордитесь, вы такая спикер, вы такая актриса, и вот справедливость пришла со мной на землю, в эту ситуацию. Понимаете, вот это разыгрывается. И собираете. Вот так, я ей сказала в мыслях. А он мне сказал. И так все это замечательно получается, и вы собираете аплодисменты. Вы ночью не спите, утром вы изможденная, потому что всю ночь воевали, что-то доказывали, аплодисменты вы собрали, но только ночью у себя в голове. Да? Вы ходите на работу или вы ходите к мужу, который вас раздраконил там, и уже энергии у вас нет, потому что всю ночь на вас была вот эта маска праведного гнева.